Москва для клуба. Кука придает слегка желтоватый оттенок клуба. Ну, слегка сладковатый вкус. Его надо промыть, так что вода, после мытья, оставалась прозрачной и чистой. Вот это вы видите, поднимается такое молочко. Если его плохо промыть, сделать мытье некачественное, то рис во время варки плова слепится и будет одна липкая субстанция. Поэтому мыть надо рис до тех пор, куда вода не будет прозрачной. Тут примерно 7-10 раз буду. Но как видите, вода еще мутная. То есть мыть надо еще раз мыть. Если вы видите, что рисинки рассыпались, не слипались. То все мутное это. Теперь, когда зирбак сварен, мы сюда промытый рис засыпаем. И под конец добавляем пол чайной ложечки зиры. Кумин еще называется, для запаха, чтобы чувствовалось, что это плов. И оставляем на 40 минут. Садится рис. Закрываем крышечкой и на медленном огне это все должно готовиться. Жаль, камера не передает запах плова. Приятного аппетита!